Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Розничная стоимость бензина в России в этом году выросла в среднем на 4 с лишним процента. Таким образом, увеличение практически уже достигло того уровня инфляции, который власти спрогнозировали на 2021 год. Якобы чиновники впали в недоумение, почему не работает механизм сдерживания роста цен на горючее, на который расходуются миллиарды бюджетных рублей. Рассматривается возможность заморозки цен на топливо. Конкретику должно озвучить Минэнерго. Трасса 101. Mercedes-Benz отзывает в нашей стране более 1000 кроссоверов GLE и GLS, проданных в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах. ВИН-коды можно найти на сайте Росстандарта. Причина объявления сервисной компании, можно сказать, пустяковая. Вероятная неправильная установка шланга для отвода конденсата из кондиционера. Все работы по устранению недочета должны быть бесплатными. Трасса 101. В школах надо подробно изучать правила дорожного движения и учиться водить автомобиль, чтобы у юношей и девушек была возможность вместе с аттестатом получить водительское удостоверение. Такую точку зрения высказал руководитель ГИБДД Михаил Черников. По его словам, чем раньше гражданин получит права, тем быстрее он реализуется в профессии. К тому же водители востребованы в армии. Черников полагает, что осваивать ПДД в школах можно было бы в качестве факультатива. Трасса 101. Рост числа электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности привел к резкому увеличению ДТП с их участием почти в 3 раза. Данные обнародовало МВД. В этом году таких аварий на дорогах страны было зафиксировано больше сотни. В них погибли 2 человека, травмы получили почти 120 граждан. На днях, добавлю, ГИБДД напомнила, что на пользователей средств индивидуальной мобильности распространяются все правила, которые предусмотрены для пешеходов. Трасса 101. В подмосковном Зеленограде начали тестировать новую систему управления движением. Суть в том, что на одном из перекрестков установили светофор, который самостоятельно включает красный свет, если автомобили движутся с превышением скорости. Мол, успокойтесь и поедете дальше. Причем нарушение скоростного режима выявляется не с помощью камер, а с помощью датчиков, установленных под асфальтом. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.